Мы, говорю о Югославии, стали первой жертвой новоустановленного порядка, о котором мы ничего не знали, хотя кто-то в ускоренном режиме его создавал. В 1992 году Джордж Буш-старший сказал, что все республики бывшей Югославии смогут установить дипломатические отношения с США только после их выхода из Югославии. Достаточно кампании в несколько месяцев, чтобы все граждане этой страны сами захотели ее распада. Это была страна со своим флагом, олимпийской сборной, горами, морем. Распад Югославии для меня был величайшей несправедливостью. Страну бомбили 78 дней, бомбили все крупные города, военные и гражданские объекты. В операции принимали участие 14 стран НАТО, 1200 самолетов, 3 авианосца, 6 ударных подводных лодок, 2 крейсера, 7 эсминцев, 13 фрегатов, 4 десантных корабля. 60 тысяч натовских военных участвовали в уничтожении Югославии. В наше время, когда одна большая страна нападает на маленькую, она всегда говорит, что поступает так во имя справедливости и морали, во имя высших целей, как я уже говорил, в интересах демократии, только чтобы помочь другому народу жить лучше. Все это было против устава ООН. У нас не было права начинать войну. Заседание Совета Безопасности по Балканам без участия Союзной Республики Югославии теряет практический смысл, поскольку от обсуждения проблем урегулирования отстраняется одна из ключевых сторон, оказывающих реальное воздействие на развитие событий в этом регионе. Я благодарю вас. Мы вышли из ситуации опустошенными. Весь мир вышел из ситуации опустошенным. Мы, сербы, сталкивались с проблемой беженцев и знаем, как тяжело им приходится. Мой отец родился в Сербии. Он из семьи беженцев. Он сам беженец. Беженцы имеют и желание, и надежду. Желание их с верой забыть кровавое прошлое. А надежда? Я надеюсь, что моя дорогая жена и я, и сын будем пить утренний кофе, огражденный самым красивым цветом в мире, цветом стен нашего дома. Война в Югославии показала все стороны исчерпанности нашей цивилизации, которая уже не христианская, не мусульманская, не даже атеистическая, в которой не осталось больше никаких принципов, никаких идеалов.